Несколько экипажей полиции прибыли минувшей ночью на улицу Ипподромная по сообщению о ножевом ранении. Обследовав жилище и всех, кто там находился, стражи порядка не нашли ни одного раненого. По предварительным данным, в одной из квартир выпивала семейная пара. Впоследствии они поругались и подрались. Медицинская помощь и госпитализация никому не потребовалась.